Слушайте, девчонки, вы мне постоянно пишете в личку вопросы какие-то психологические, а я не психолог, я вам не могу дать никаких рецептов. Я просто баба, я могу дать вам люлей за то, что херню всякую порить. Мне вот Маша вчера пишет: «Наташ, помоги, что делать? Я красивая, популярная, но одна, а мои подруги некрасивые, но они уже с парнями». Вот, Маш, смотри, у меня такая была история, сейчас расскажу, подожди. 3 года назад меня пригласили вести мероприятие, очень крутое, в Венеции. Я прям такая: «Боже, боже!» А выбирали из меня и из Вики Лопырёвой, чтобы вы понимали, да? Наташа Краснова из Челябинска и Вика Лопырёва из ваших, сука, снов, блин! И выбрали меня, и я там прямо аки королева себя почувствовала, приехала, отвела. И организатора спрашиваю: а почему выбрали меня все-таки, чем я лучше? И он говорит: Наташ, без обид, у тебя райдер попроще. Угу. Поэтому, девчонки, если вас не выбирают мальчишки, сделайте райдер попроще, и все.